Меня зовут Грэм Филлипс. Я нахожусь на аэродроме в 3 километрах от восточно-украинского города Краматорск. За мной расположена военная база украинской армии. Туда не пускают СМИ, любые интервью запрещены. Однако чуть раньше нам удалось провести секретную съемку внутри базы. Но я хочу, чтобы представлять, что здесь происходит, что здесь, ну, просто реальная история. Про что реально? С ребятами, с людьми. Я вас попрошу, вы сами и с друзьями не заходите, пожалуйста, за периметр вот этих вот столбиков. Это как запрещенная зона, вот, когда мы вас на походе не ездим, и даже надо разрешение. Надо разрешение. Вот так же и у нас. Солдаты прибыли сюда около недели назад, на что очень остро отреагировали местные жители. Они вышли навстречу танкам и спрашивали солдат, зачем они приехали и почему атакуют собственный народ. Те ребята, которые из Днепропетровская область, они сюда пришли вчера. Их сюда послали. Им сказали, что здесь захватчики, сепаратисты и террористы. Когда ребята сюда приехали, они увидели, вот мы террористы. Вот. И они перешли на нашу сторону. Сегодня же расформировал Курчина этот десантные войска. Кто сейчас там, мы не знаем. Разгорелся конфликт, словесная перепалка. Последовала стрельба, некоторые жители получили ранения.